6:30. Я проснулась, это 4:20. И опять было светло. Какая красота. Аночка спит. Пора вставать, пора вставать, пора вставать. Доброе утро, страна. Якима Голден Дейл. Итак, мы сейчас снова находимся в Орегоне, и вот через реку это уже Вашингтон. В какой красоте мы спали. Встаем? Итак, умылась, зубки почистила, large, pilot house, decaf. Decaf нам не надо. Limited time offer. Что такое limited time offer? А ну посмотрим, что это. No room for cream. Пойдем посмотрим. Сейчас мы что-то позакрытаем с Аллочкой. Она еще спит. Тут же вот микроволновая печь. Можно себе что-то приготовить. Я раньше, когда ездила, я запекала картошку. Здесь есть кипяток. Я раньше этим кипятком заливала, когда ездила, опять же, заливала овсянку с утра. У меня был готовый завтрак. Ну, сейчас у меня с собой посуда все есть, поэтому мне, собственно, уже это ничего не нужно. Пойдем в Макдональдс. Пойдем, наверное, в Макдональдс с утра сходим. Я в машине. Аллочка дрыхнет. Место, куда-то H потеряли. Тут можно колеса подзаправить, поддуть. Водичка вот здесь есть. Ну что, vacancy. Пожалуйста, есть свободные места или называется vacancy, не знаю. Наверное, отель vacancy название. Вот эта река разделяет вот это вот уже Вашингтон, штат Вашингтон, а мы сейчас находимся в штате Огайо. Бензин 5.29. Чем ближе к побережью, тем дороже бензин. Мини-мар и пайлот. Я спала без задних ног. Ставила наушники, потом выключила и спала как ребенок. Не слышала ни машин, ничего. А может, ночью и не было машин. Так много, как сейчас. Чайки, что вы тут делаете? Видимо, недалеко океан уже. Раз чайки здесь ошиваются. Дочка спит, я пойду. Посижу здесь, сделаю видео. Склею. 88. Вчера вечером мы приехали, было 100. Вот за ночь у меня... Я поставила, кстати, на 34. Это почти ноль. Это 1 градус тепла. Холодильник взял только 12%. Доброе утро, страна. Проснулась? Как спала? Как спала? Лучше всех. 4 встала и все. И что, больше не спала? Ты так дрыхла? Нет, до тебя? Вот тут вот сейчас потом под утро так заснула. Ага. Я в 4:20 проснулась светло, как днем. Да. Так, я в этом. Давай. Я уже кофе себе купила. Давай. Жду. Я кофе уже купила и попила, я тебя жду. Аллочка уезжает, все. Ну, правильно, там пришла деталь на машину. Это тебе ехать почти 6 часов до Тима дома. Вау. Ну, там 6, с остановками 6, а то и 7. Зато сколько мы с тобой посмотрели вчера. Да, это вообще обалдеть. А этот стол вообще класс. Я этот стол не видела. Вот да? Сколько мы здесь проезжали, сколько мы... Мы здесь были много раз, но я его не видела. Но я забыла уже, я забыла этот драйв, я забыла вот эти горы, я забыла... Это... Какие горы были шикарные вчера, просто я ехала только... Какая красота, речка, это вообще... Речка и горы, вообще обалдеть. Ладно, Лузечка, тебе счастливой поездки до дома. До дома... Тима, а потом от Тима уже до Флориды. Флориде большой привет. Не знаю, когда я буду дома. Короче, 16-го только возвращаюсь с круиза.
а там еще здесь покатаюсь и, может быть, где-то в августе буду. Но я в Орегон сейчас поеду. Я тут, мне тут 8 дней в Орегоне. Мне ж до круиза мне 8 дней. Посмотрим, я еще не знаю. Я, ты знаешь, где не была? Я не была в Норс-Дакоте. Саус-Дакоте мы были. А там нечего делать, там сплошные поля. Там только поля, там вообще, там ни трак-стопов, вообще ничего нет. Ладно, Алусечка, спасибо за шикарное путешествие. Люблю тебя, моя дорогая. Тони, поцелуй, передай большой привет. Тиму скажи громадное спасибо за, как это сказать, гостеприимство. Все. Разъезжаемся по разные стороны. Так жалко, уезжает. Аж вчера прощались, прям сердце кровью обливалось. Сегодня снова прощаемся. Алла хотела со мной ехать до Орегона, туда, до океана. Но вчера пришла эта деталь, говорит, надо ехать, ей надо быть дома 10 числа. А сегодня уже 1 июля. Сегодня она пока доедет до Тима, пока он отремонтирует машину. Может, завтра, послезавтра она выйдет. До дома ехать 3000 миль отсюда. Пока, моя дорогая. Прям как сердце отрывается кусочек. Давай. Не тресни мою машину, пожалуйста. Пока, моя хорошая. Пока. Куколка моя золотая. Тетеньку не задави. Уже улетела. Когда она так быстро? Или она пошла заправляться? Нет, поехала. А где же ее машина? Раз и испарилась. Все. Все, Лусечка, счастливой тебе дороги, моя золоточка. Уехала, прям сердце сжалось. Прям сердце сжалось, сжалось. Такое одиночество сразу почувствовала. Как-то прям... Не знаю даже, как объяснить, рыбка моя золотая. Я делаю себе завтрак. Поджарила себе 2 яйца. Вот у меня бутербродик. Сейчас я еще почищу вот эту авокадо, положу. Вот такой у меня будет скромный завтрак. Ням-ням-ням-ням-ням. Вот такой у меня получился красивый завтрак. Ням-ням-ням. Прям так сердце залу болит вообще. Расстались аж... Не знаю, как перед войной. Как будто на войну отправила ее. Странно. Вчера легче было расстаться. Мы вчера расставались с ней. Она осталась у Тима дома. Тим — это Тонин брат. Старший. Потом звонит, я еду за тобой. Мы проехали вчера 6 часов по дороге сюда. На речке накупались. Этот стол посмотрели. Она говорит, я поеду домой. Ну, конечно, езжай домой. Неизвестно, что с машиной еще. Там же надо менять какую-то часть. Вот часть эта вчера уже пришла. Так что Тим сейчас ей подремонтирует машинку, и они поедут домой. А мне приятного аппетита.